Так, значит, решил снять видео по поводу того, как стреляют автомобили из пневмопушек. Вот сейчас на видео автомобиль, который стреляет под днище. Вот здесь под днищем, где курсор сейчас, будет выстрел отравляющим веществом из пневмопушки. Вот, смотрим. Покадрово. И отсюда сейчас вот появится выстрел. Вот уже начинает образовываться светлое пятно. Вот оно появилось. Вот это пошел выстрел из-под днища отравляющего газа. Вот сюда. И вот оно переместилось сюда и улетело. Так, все, на этой камере видео кончились. Теперь будет выстрелы на этой камере. Так. Вот на этой камере теперь будет выстрел. И выстрел будет не один. Посмотрим. Так, будет выстрел вот здесь. Сейчас. Вот здесь будет выстрел. Пролетать сгусток газа белый. Так, вот здесь на этой, вот здесь не видно. Так, на нижней камере сейчас, вот на этой будет виден тоже выстрел, пролетающий мимо машины. Сейчас посмотрим. Так, вот здесь тоже мелькнул. Вот сюда, где курсор, здесь тоже будет какой-то выстрел. Да, вот сгусток газа, вот пролетает. Так, и здесь будет еще выстрел. Так, вот, мелькнула белая полоса, пролетела тоже. Сейчас еще будет один выстрел. Так, вот, мелькнул выстрел. Наверное, не было видно. Вот еще полетел.
Так, не видно. Так, значит, смотрим на эту камеру. Так, здесь у нас будет вот здесь где-то первый выстрел. Вот он мелькнул. Второй выстрел будет здесь. Так, вот, первый выстрел, вот он мелькнул. Не получается. Очень жестко. Я смотрим опять. Вот здесь будет сейчас проходить. Сгусток белое пятно. Очень сложно. Вот, вот белое пятно вылетело на темном фоне. Сейчас вот его видно здесь за курсором. И вот оно движется в этом направлении. Вот. Видимое, вот оно уходит за кадр. Дальше вот здесь будет сейчас появится выстрел. Вот прочерчено светлое пятно. И вот он сгусток газа летит. Следующий вот выстрел пошел. Вот белое пятно появилось. И вот оно идет вниз, летит. Вот здесь. Вот оно едва уловимое. Уходит. Дальше выстрелы будут здесь. Потом снова здесь. Так, вот мелькнул выстрел. Сюда пролетел. И вот пошел снова из этого направления. Вот он. Курсор, вот он. Мимо столба этого дома. Вот белое пятно. Вот оно летит в дом. Так стреляют автомобили из своих пневмопушек отравляющими веществами. По людям. Вот еще один выстрел вот здесь, едва уловимый. Мельтешит. Вот еще появился выстрел. Вот он. И вот еще одно пятно выстрела. Вот оно. Сгусток уходит. То есть дом обстреливается. Вот там вдали много автомобилей стоит. Так, вот еще выстрел. Тут едва уловимый. Скорость выстрела очень большая. Порядка 100 метров в секунду. Поэтому очень сложно что-то разглядеть. Глазами на замедленном повторе очень сложно что-то увидеть. Ну, вот такое видео. Вот так автомобили стреляют из своих пневмоустановок отравляющими веществами в людей, в дома, в окна. Вот такое видео. Смотрите, рассказывайте, ставьте лайк.